Привет! Ты на канале о бизнесе, и сегодня речь пойдет о 5 бизнес-идеях, которые позволят тебе открыть свой бизнес без особых финансовых вложений. Оставайся до конца, чтобы узнать, как открыть бизнес на тренингах, переустановке операционной системы, а также изготовлении вяленых колбасок. И первая идея для начала своего бизнеса – это тренинги. Ты можешь подумать, что тренерами становятся лишь люди, имеющие огромный опыт за плечами и седую бороду. Но это далеко не так. Начать проводить тренинги может каждый человек, ведь ты обладаешь знаниями, которых нет у других людей, и это позволит тебе заработать. Если ты разбираешься в кулинарии, можешь научить пенсионеров пользоваться ПК или знаешь, как достичь личностного роста – тогда начинай свой бизнес в тренингах. Чтобы набраться опыта выступлений, начни бесплатно проводить тренинги, например, в парке в летний период или даже на пляже, организовав мини-тренинги, что точно привлечет внимание. Набери узнаваемость, а далее сможешь продавать свои знания за хорошие деньги, ведь мало кто из тренеров зарабатывает меньше 100 тысяч в месяц. Любой бизнес рано или поздно требует открытия ИП, и сделать это можно в банке .Точка. Простая регистрация ИП всего за 7 дней и возможность открыть счет бесплатно. Узнавай подробнее по ссылке в описании. Далее у нас ремонт компьютеров. Данный бизнес отлично подойдет тем, кто хочет с нуля заняться своим делом, но не имеет стартового капитала. Для начала вовсе не нужно арендовать офис и нанимать специалистов, а достаточно разместить объявления в газетах и на Авито, что позволит набрать первых клиентов и приезжать непосредственно по адресу. Заработать может абсолютно каждый, даже тот, кто не имеет глубоких познаний в ремонте. Например, ты можешь устанавливать драйвера, чистить ПК от пыли или переустанавливать операционную систему, что довольно просто, и обучиться этому можно за несколько часов, посмотрев обучающие видео в интернете. Далее увеличивай свой навык в ремонте, зарабатывай больше и открывай свой сервис по ремонту, а также увеличивай спектр предлагаемых услуг. Переходим к третьей бизнес-идее, которая заключается в открытии своей фотостудии в квартире. Идея весьма прибыльная и малозатратная, так как тебе потребуется приобретение фотоаппарата, осветительного оборудования, которое стоит недорого, и все. Удели время и изучи ракурсы для получения качественных фотографий, и изучи основу фотошопа для исправления недочетов на фото. Теперь заведи страницу в Инстаграме и сделай пост о том, что проводишь фотосессию со скидкой в 50% для первых 10 клиентов. Поверь, ажиотаж тебе обеспечен, а также отличная реклама, ведь достаточно будет попросить отметить себя на фото в Инстаграме. Нарабатывай клиентскую базу, а далее открывай свой фотосалон и зарабатывай приличные деньги. Производство корма для животных. Создавать лакомства для домашних животных – это одна из набирающих популярность бизнес-идей, которая не требует больших финансовых вложений. Отправляйся на мясной рынок и приобрети, например, свиные кости и мясные обрезки, которые стоят крайне дешево. Перекрути все в мясной фарш, а фарш завяли в виде сосисок или котлет. Все, продукция готова, и тебе остается лишь найти клиентов, как в своем городе, так и по всей стране, так как полученная вяленая продукция хранится долго, и ее можно отправлять по почте. При правильном позиционировании продукции в виде натуральных деликатесов для животных можно найти много клиентов через Инстаграм и развивать бизнес до больших масштабов. Производство мебели. Крайне выгодная бизнес-идея, которая позволяет зарабатывать отличные деньги. Для этого потребуется пиломатериал и средства обработки дерева. Чертежи будущей мебели можно найти в интернете, после чего изготовить первые образцы и продавать их через объявления на Авито или одностраничный сайт. Спрос будет осуществлен благодаря низкой цене, так как производство личное и не требует лишних наценок в виде транспортировки, оплаты услуг посредника и многого другого. Данную бизнес-идею может реализовать каждый, начав с простых элементов мебели в виде стульев или кроватей, постепенно расширяясь и открывая свой цех. Как видишь, бизнес-идей с минимальными вложениями достаточно много, и тебе остается лишь выбрать подходящую именно тебе. А если было интересно, то ставь лайк и подписывайся, чтобы держать руку на пульсе интересных бизнес-идей. Спасибо за внимание, увидимся в следующих видео.